Энн Хогарт. Маффин и его знаменитый кабачок. Все только и твердили о предстоящей выставке фруктов и овощей. На залитых солнечными лучами грядках и в парниках выращивались гигантские луковицы и помидоры. Сладкие яблоки, сливы и груши охранялись день и ночь, чтобы их кто-нибудь не сорвал или не повредил. «А я пошлю на выставку кабачок», – заявил ослик Маффин. Пингвин Перегрин, который всегда любил казаться важным, посмотрел на него поверх очков. «Почему кабачок?» – спросил он. «Объясни мне, молодой Маффин, почему ты собираешься выставить кабачок?» «По трем причинам», – ответил Маффин. «Сейчас объясню». И прежде чем Перегрин успел что-либо сказать, Маффин встал, положил одно копыто на стол, откашлялся и начал. «Во-первых, рассмотрим, где растет кабачок. Он растет на холмике, возвышаясь над другими растениями. Он похож на короля в замке. Я усядусь рядом с ним, и все будут говорить: смотрите, это ослик Маффин и его кабачок. Во-вторых, я хочу вырастить кабачок, потому что мне нравятся его хорошенькие желтые цветочки. Они похожи на маленькие трубы. А в-третьих, большой кабачок надо везти на выставку в тачке. Нельзя нести его, как какие-нибудь там яблоки или сливы или груши. Нет, он слишком важная персона, чтобы его запихивали в продовольственную сумку или бумажный пакет. Следует погрузить его в тачку и торжественно везти, а все будут смотреть на его владельца и восхищаться им». «Гордыня до добра не доводит», — сказал Перегрин, когда Маффин закончил свою длинную речь. «Без очков и не разглядишь твоих кабачков», – пробормотал он и заковылял прочь. Маффин привык к характеру Перегрина, но все же рассчитывал, что тот заинтересуется его планом. Вдруг он вспомнил. «О, Перегрин», – позвал он, – «я забыл вам сказать. Вы видели когда-нибудь зернышки кабачка? Их можно высушить, выкрасить и сделать из них бусы». Но Перегрин даже не оглянулся. Он степенно удалялся по дорожке. «А ведь слышал, что я сказал», — подумал Маффин, глядя ему вслед. Потом он пошел в сарай, взял лопату, вилы и садовый совок, положил все в корзину, прихватив также кабачковые семена, и отправился на огород. Он долго искал место, где можно было бы посадить семена драгоценного кабачка. Наконец, нашел подходящий кусочек земли, положил инструменты на землю и принялся копать. Он рыл землю копытами, то передними, то задними, а иногда носом. Он не пользовался инструментами, которые принес, ни лопатой, ни вилами, ни совком. Он захватил их только, чтобы показать, что он настоящий огородник. Приготовив подходящую ямку, Маффин посадил семечко кабачка, полил водой и крепко утоптал. Потом убрал инструменты под навес и пошел домой пить чай. Он основательно поработал и чувствовал, что проголодался. Для Маффина наступили трудовые дни. Он должен был охранять грядку и следить, чтобы на ней не росли сорные травы. В сухие дни землю следовало поливать, а в жаркие – укрывать от солнечных лучей. Но больше всего Маффин уставал, наблюдая, как растет кабачок. Иногда он старался выспаться днем, чтобы со свежими силами сторожить кабачок ночью. Наконец появилась маленькая нежная растенница. Оно все росло и росло. Вскоре оно дало длинные, висячие зеленые побеги и прелестные желтые цветы, о которых Маффин рассказывал Перегрину. И вот однажды показался малюсенький кабачок. С каждым днем он становился все больше и больше. По утрам Маффин приглашал кого-нибудь из друзей полюбоваться кабачком. Сперва друзья ворчали, но по мере того, как кабачок становился все тучнее, круглее, все более длинным и блестящим,
они стали проявлять к нему больше интереса. Перегрин даже принес как-то рулетку и стал измерять длину и ширину кабачка. А результат записал в книжечку, на обложке которой было напечатано «Каталог всех разновидностей кабачков». «Наверное, Перегрин хочет шить на кабачок чехол», — решила овечка Луиза. «Иначе зачем ему такая точная мерка?» Приближался день выставки фруктов и овощей. А кабачок все рос и рос. Маффин и его друзья волновались ужасно. Ослик достал тачку и выкрасил ее в зеленый и белый цвета. На дно положил охапку сена, чтобы во время перевозки на выставку кабачок не перекатывался сбоку на бок и не треснул. Маффин имел обыкновение греться на солнышке, лежа рядом с кабачком, и мечтать, как он повезет по улице свой кабачок и как все встречные будут говорить: «Смотрите, это ослик Маффин везет свой замечательный кабачок». Великий день наступил. Было тепло, солнечно и весело. Маффин вскочил с позаранку и в сопровождении всех своих приятелей отправился на огород, не забыв прихватить мягкую тряпочку, чтобы до блеска натереть кабачок. Последним шел Перегрин, неся острый ножик. Друзья встали полукругом около Маффина и его кабачка. Перегрин сделал несколько шагов вперед, вручил Маффину ножик и опять отступил на свое место. Маффин склонился над кабачком и неожиданно приложил ухо к его круглому, лоснящемуся боку. Все следили, затаив дыхание, они заметили, что Маффин в недоумении. Вдруг он выпрямился, обошел кабачок кругом и приложил ухо с другой стороны. Потом нахмурился и, посмотрев на друзей, прошептал: «Подойдите ближе, тихо, слушайте». Животные на цыпочках бесшумно приблизились и, приложив уши к кабачку, стали слушать. В кабачке что-то шуршало, бормотало, попискивало. Тогда животные обежали вокруг кабачка и стали слушать с другой стороны. Здесь шум был громче. «Смотрите!» – закричал Маффин. И все тут же посмотрели, куда он показывал. Внизу, у самой земли, в кабачке была маленькая круглая дырочка. Перегрин сделал несколько шагов вперед, взял у Маффина ножик и постучал рукояткой по зеленой коже кабачка. «Вылезайте!» – закричал он сердито. «Сейчас же вылезайте!» И вот они вылезли, целая семейка мышей. Тут были и большие мыши, и маленькие, мышиные дедушки и бабушки, тетки и дяди, и родители с детьми. «Так я и думал», — сказал Перегрин. «Это родственники Дорис и Морис, полевые мышки». Бедняга Маффин, он с трудом сдерживал слезы, видя, как мышки одна за другой выскакивают из его замечательного кабачка. «Испортили мой кабачок», — прошептал он. «Совершенно испортили. Как я его теперь повезу на выставку?» Он сел спиной к друзьям, и по его вздрагивающим ушам и хвосту можно было догадаться, как плохо он себя чувствует. «У меня идея, идея, пожалуйста, послушайте. У меня чудесная идея», — взволнованно проблеяла овечка Луиза. «Пожалуйста, дайте мне рассказать мою идею». «О, пожалуйста!» – продолжала она, прыгая перед Маффином и говоря так быстро, что ее с трудом можно было понять. «Хорошо», – сказал Перегрин, – «мы тебя слушаем. Только перестань прыгать и говори помедленнее». «Вот что я придумала», – сказала Луиза. «Пускай Маффин выставит свой кабачок в отделе, который называется «Необыкновенное употребление обыкновенных овощей». Я уверена, что никто никогда и не слышал о кабачке мышковом домике, то есть я хочу сказать домике для мышей». «Ничего, мы поняли тебя, Луиза, это прекрасная мысль», — закричал Маффин. И когда Луиза увидела его благодарный взгляд, она была так счастлива и горда, что даже совсем перестала бояться Перегрина. Страус
отправился за тачкой, в которой была приготовлена охапка сена, а Маффин осторожно протер и отполировал бока кабачка. Пилигрим собрал всех мышей. Он велел им хорошенько прибрать дом внутри и привести себя в порядок. Затем он прочел им наставление по поводу того, как вести себя на выставке фруктов и овощей. «Ведите себя непринужденно», — сказал он, — «но не делайте вида, будто вы прислушиваетесь к тому, что говорит публика. И уж, конечно, вам не следует вмешиваться в разговоры и спорить. Делайте вид, что вы глухи». Мышки сказали, что они все поняли и что будут стараться угодить Маффину. Тут явился Освальд с тачкой, и все стали помогать укладывать кабачок на мягкую кровать из сена. Мышки изо всех сил старались помочь, толкали и подпихивали, шмыгая под ногами, скатываясь с кабачка и зарываясь в сено. Но проку от них не было, они только всем мешали. К счастью, ни одна из них не пострадала. Пилигрим объяснил им, что они должны делать на выставке и какие позы им следует принять, чтобы казалось, будто они восковые фигурки. Затем вся процессия тронулась в путь. Маффин шел впереди, расчищая путь. За ним следовала Луиза, ведь это ей принадлежала блестящая идея. За Луизой Освальд нес пучок сена. Потом шел Пилигрим, а за ним в беспорядке бежали остальные. Когда они пришли на выставку, все другие экспонаты были уже там. Их владельцы стояли рядом на страже. Маффин и сопровождающие его животные гордо проследовали в самый центр зала. Когда они проходили через отделение кабачков, все остальные владельцы кабачков приуныли, и их надежды на премию рухнули. Но они сразу успокоились и повеселели, видя, что Маффин прошел дальше в отделение необыкновенного употребления обыкновенных овощей. Они поняли, что Маффин не собирается состязаться с ними. Стенд необыкновенного употребления обыкновенных овощей находился в самом конце выставки. Там было выставлено много интересных вещей. Фигурки, вырезанные из картофеля и турнепса, букеты из редисок и морковок и разные украшения для стола из разноцветных овощей. Прибежал какой-то человек и показал Маффину, куда надо поставить тачку. Прошептавшись немного с Пилигримом, он начертил на табличке. Все животные с гордостью разместились вокруг кабачка в ожидании прихода судьи. Наконец пришли двое судей и единогласно решили, что кабачок-домик – самый необыкновенный экспонат на выставке. Мышки вели себя прекрасно и делали вид, будто им все равно, когда судьи, наклоняясь к кабачку, натыкались на них или сбивали их с ног своим дыханием. «Не может быть никакого сомнения, это лучший экспонат», — сказал первый судья. «Дадим ему первую премию», — сказал второй, одобрительно кивая головой. Он подошел к Маффину и повесил ему на шею медаль. А первый судья прикрепил к кабачку диплом «Первая премия». Тут мышки не выдержали. Они все кинулись на диплом и стали его грызть, чтобы узнать, съедобен ли он. Но Пилигрим их прогнал. Все смеялись, а Маффин делал вид, будто ничего не замечает. Итак, мечта Маффина сбылась. Он повез кабачок обратно домой. И все встречные восхищались и говорили: «Посмотрите, какой молодец Маффин! Посмотрите, какой чудесный кабачок он вырастил!» На шее у Маффина висела медаль. А кроме того, он получил еще премию «Чудесный пучок морковки». Такого почета он в жизни не видывал. Маффин положил кабачок обратно на грядку, где тот рос, чтобы мышки могли жить в нем до конца лета. Маффин обещал мышкам каждый день приходить к ним в гости. Кроме того, он посоветовал им вынуть из кабачка все зернышки, вымыть их и нанизать красивое длинное ожерелье. Когда ожерелье было готово, Маффин подарил его овечке Луизе в благодарность за хорошую идею.